Бюджет участі – можливість кожному жителю міста брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста, ОТГ або голосування за них. Наразі у Дніпрі продовжують жити всього 4 проекти. Усі вони стосуються покращення умов у позашкільних закладах і центрах для дітей і молоді, тобто охоплюють сферу Департаменту гуманітарної політики міської ради. Автори інших проєктів, які подали на бюджет участі, голосування зупинили. Я нагадаю, люди вкрай обурені тим, що за кілька годин до фіналу терміни голосування продовжили до 1 листопада. З ними ніхто не радився, їх не попереджали, рішення не пояснили. Вони зібрали підписи та направили звернення до міського голови, керівника громадської ради Дніпра, а також до інших чиновників та інстанцій. Міський голова досі ситуацію не прокоментував. Мы написали письма, обращения на мэра города, на главу общественного совета, на директора департамента, на главу экспертной комиссии, еще на нескольких людей, которые причастны к этому процессу. И говорим о том, что на переправе коней не меняют. Мы говорим о том, что договариваются до того, как мы идем и вступаем в процесс голосования. С тем, что с понедельника мы зашли в оранжевую зону, нам настолько сложно было собрать это все. У нас люди на последнем вздохе, у нас семьи не видят родителей, жен, дети не видят матерей. Поэтому это сегодняшний день, это был такой шок, когда ты просто проснулся и тебя ударили по голове битой. Сейчас мы собираем подписи. Эти подписи мы подкрепляем конкретным количеством, конкретными номерами проектов и сколько людей проголосовало за проект. Это подписи автора или соавтора проекта, номер проекта, а также количество людей, которые поддержали конкретный проект. Поэтому если есть обращение граждан о том, чтобы продлили срок, мы хотим положить на чашу весов наше обращение и показать, сколько людей против этого, потому что это письмо, которое мы написали, мы считаем, что продление недоцільне, и мы вымагаем відмінити рішення про подовження терміну голосування. Мы все участники одного забега, и если продляются сроки, то я думаю, что победители как были, они знают, как дальше бороться, они готовы, они опытны. Но я считаю, что это неправильно, потому что никто уже в последний день не меняет правила игры. Мы считаем, что последние часы мы сприймаємо це як шулерство.